Если хочешь, я оставлю тебе микстуру. Вот она. Да, хочу. Боюсь, она не очень вкусная. Открой ротик. Фу, гадость. Пусть пока лежит. Попозже я позвоню узнать, как у нее дела. Давным-давно жила-была в замке Шлюха. Еще в замке жил маленький чмошник, королева блять и король папа. А у короля папы был большой член? Конечно, нет. Но я знаю, куда можно спрятать мой пончик. Угадай, куда? Ты хочешь спрятать его в карман? Нет, совсем в другое место. В У вас есть место для гостей? Нужно сказать тайные слова. Тогда ты можешь войти. Ладно, а какие тайные слова? Пидор-пизда!